Заезд 5. Гоняем опять. Погнали. Все-таки упорный. Но до финала еще далеко. Про следующий заезд уже написала. Пока. Thank you.
Thank you.
связи. Хорошо проехал. Слушай, Эдди с Трэвисом как братья-соперники, они уже давно в этом деле. Старые динозавры, которые бьются за тачки и девочек еще бог знает с каких времен. Давай, прокатись как надо. Ну и не забывай в приложении поглядывать. Это восьмой заезд. И снова пара слов от Эдди. Привет. Привет. Полгонки уже позади. Что скажешь о тех, кто остался? Достойных почти нет. Что, прям вообще никого выделили? Неа. Все отстойные. Ладно. Спасибо, Эдди. Тогда вернемся к заезду. Это восьмой заезд. И снова пара слов от Эдди. Привет. Привет. Полгонки уже позади. Что скажешь о тех, кто остался? Достойных почти нет. Что, прям вообще никого выделили? Неа. Все отстойные. Ладно. Спасибо, Эдди. Тогда вернемся к заезду. Thank you.
Зедди. Тот, который из Зеддис Челлендж. Знаю я, что ты у Трэвиса на побегушках. Просто решил сказать тебе, на что бы он там ни надеялся, пусть катится к черту, окей? Как я понял, теперь за нами с тобой дело встало. И, кстати, Мелисса тут тебе говорит в приложение заглянуть. Заезд 9. Ох, и жарко тут.
еще не сдулся? Пересечемся только в финале, это если тебе повезет и продержишься. А вылетишь, позор тебе. Когда еще с крутым гонщиком сразишься? Загляни в приложение. Заезд 10. Мы знамениты, так что следите за копами. Таких гонок еще не было. Заезд 11. Thank you.
Ребятишки, заезд 12. Газ в пол. Для кого-то он точно будет несчастным. Thank you.
Конец 14, а за ним финал. Эдди тут рядом. Ну как, волнуешься перед финалом? Ага. Уже приготовил свой легендарный скайлайн? Ага, мурлычет как кошка. Может, как котеночек? Не, как тигрица. Спасибо, Эдди. Итак, финал. И пусть победит сильнейший.